Я взяла и сделала, и набрала. Уделять время школьным урокам и подготовке к ЕНТ. Это ложь! Я дала себе пощечине, сказала. Очень высокий балл. Умудрились проваливать. Из-за этого люди впадают в депрессию. Или о красоте. Красота — это я. Блин, что со мной? Быть или быть любимым? Всем привет, ребята! Я так рада с вами снова видеться. Наверное, вы тоже. Надеюсь, да? И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Как вы все знаете, я отвечаю сразу на ваши вопросы в комментариях. Но есть парочка вопросов, на которых я не ответила. В Инстаграме я просила там опросники тогда еще, на том месяце. Видео записывается. Это будет видео в более свободной обстановке. Извините, я немного заболела чуть-чуть, простыла. Бывает. Но несмотря на это, я снова приду. Как вы в МУА поступили? Сложно ли? И ваше мнение о новом формате ЕНТ? Я вообще хотела в Алмату. Не люблю слово «по идее», но туда-сюда придется употребить «по идее». Я хотела поступить в Алмату, как все нормальные студенты Казахстана. Но я там, где мои сестры. Вот. Понимаете? Это верность. Вот. Но я не жалею. Так и должно случиться, это моя судьба. Ладно, шучу. Прежний формат ЕНТ был очень легкий, прям нереально легкий. Потому что я решала старый формат ЕНТ, и я его сделала где-то за полчаса, что ли. Так взяла и сделала, и набрала очень высокие баллы. По старому формату занималась онлайн. Они капец легкие вопросы. Еще как люди умудрялись... ну ладно, не буду обсуждать. Извините. Умудрялись... проваливать старые ЕНТ. Ну хорошо, лучше мне молчать. Я недавно осознала, что в новом формате ЕНТ мне очень нравится матграмотность. Это тот предмет, который я ненавидела. Да, потому что благодаря матграмотности у меня развилась логика, которой не было, понимаете? Поэтому матграмотность. Почему люди должны подписаться на твой канал? Это очень классный вопрос. Потому что вы получите очень классные, полезные видео на языке молодежи. С искренней, интересной подачей, с юмором. С очаровательной ведущей. Да, я странно смеюсь, конечно. Ну ничего. Вот, вы получаете замечательную информацию искренне. Я искренне, понимаете? Вот это я все вам показываю, транслирую. Это то, что я сама хочу видеть на ютубе. Сейчас в моде искренность. Именно на ютубе и инстаграме. Я просто изучала. Окей. Как у вас появилось желание изучать химию? В чем ее прелесть? Никак не могу начать. Пишет моя верная подписчица Жанбике. Привет, Жанбике. Я помню, ты, наверное, полтора года, да? А, нет, у меня даже столько нет моему каналу. Ну, просто тебя долго помню. Давно помню, долго помню. Короче, голова не варит вечер. Пришлось мне, Жанбике, пришлось учить. Просто взяла и дала себе пощечине, сказала, учи, и все. И все, иногда нужно давать себе пинок. Это очень важно. Мне кажется, это видео будет... Мне кажется, это видео будет интересным. Потому что я такая непринужденная, спокойная, без сценария, прикольно. Как запоминать даты? Пишет моя сестра, пишет, как запоминать даты. Сестра, учи просто. Извини. Я методом ассоциации запоминаю. Всегда. Любую вещь запоминаю методом ассоциации. Через час будет конференция. Целый час есть у меня. О саморазвитии, тайм-менеджмент. ЕНТ или о красоте? Красота — это я. Но я не знаю. Надо иметь такую самооценку, да? Тайм-менеджмент. У меня есть две части видео. Блин, что со мной? Я разучилась говорить. У меня есть видео про тайм-менеджмент в двух частях. Кстати, Бердалиева, я тоже тебя помню. Спасибо тебе, что ты со мной. Моя подписчица верная, я тебя помню давно тоже. Ребятушки, знаете, саморазвитие — это ложная вещь. Блин. Это ложь. Не бывает саморазвития. Это такое понятие придуманное. Люди чересчур переоценивают роль саморазвития, хотя я саморазвиваюсь, конечно, каждый день, но из-за этого люди впадают в депрессию. Надо просто брать и делать то, что тебе нравится, и все. Уделять время школьным урокам и подготовке к ЕНТ. Это есть в моем чек-листе. Эффективный метод, суперплан эффективной подготовки к ЕНТ самостоятельно. Каково учиться на фармацевта, сколько учиться? На фармацевта...
фармацевта 5 лет учиться. Что-то долго, да, думала? Так, на фармацевта учиться несложно, пока что несложно. Я же пока что только начинаю учиться, да? И несложно вроде, да. Но там сплошная химия, фармакогнозия. Что-то такое будет. Ну, посмотрим, короче. Ну, я справлюсь, это точно. Смотришь корейских блогеров, как Зоя с кафе, Доджин. Мне очень нравятся такие видео. Я не смотрю, но посмотрю. Как заставить себя готовиться к ЕНТЭ? ЕНТЭ, просто представьте тот день, тот июнь, 20 какого-то июня, и вы заходите в аудиторию и ничего не знаете. Вот что тогда будете, да, делать? Надейтесь только на себя. Вы, как мирный воин, будете трудиться до конца. Первый такой, знаете, серьезный шаг во взрослую жизнь. ЕНТЭ. Ой, такой интересный вопрос. Быть или быть любимым? О, сложно. Ну, я выбираю. Лучше любить, да. Плохо, когда тебя любят, и ты не любишь этого человека. Ну, типа, неприятно. Кстати, еще одной причиной, почему я отсутствовала на Ютубе, это из-за того, что я начала активно вести ТикТок. Меня просто... ТикТок меня забрал у Ютуба. Также есть не относящиеся к влогу вопросы. Вес 52 килограмма, счастье. Я завершаю, всем спасибо. Надеюсь, вам было интересно, и вы много чего нехорошего... Ладно, хорошего и нехорошего узнали обо мне. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставь лайк и отправь своим подругам, друзьям, чтобы они тоже посмотрели, какой ты классный канал нашла или нашел. Классно же? Скажешь, что, видите, вот Салтанат хороший канал нашла. Годный контент. Видите? Ну какая Салтанат хорошая. Ну ладно, всем пока!